Розовенький, без запаха, великолепный. Давайте, кто вот работает на морозе, например. Очень классно работает мягчающее средство, извините. И вопрос у меня. Сколько новичков уже присоединились в вашу команду по акции? Потрясающая, великолепная акция, которая сейчас идет. Я понимаю, что большинство из вас спят. Я и так все не лично 5 человек. 0. Окей. Тогда задайте себе вопрос. Работала ли я на 100%? Или я пока что немножко отдыхал, позволил себе расслабиться. Я могу сказать, что у меня тоже 5 новичков. Не работала. Ага. Иностранцы тоже хороши. Я начала работать 4-5 дней. У меня босс и прогуливал еще и работу, Аленка. Угу. Не зашел, не дали мне больше. Угу. Это не важно. Не важно, вы куда регистрируете. Главное, что... Люди не странные, все зависит от того, как мы им преподнесем информацию и выгоду. Маша проводила тренинг. Кто был на Маше тренинг, на Машином тренинге? Кто не был, поставьте плюс. Вернее, минус. Кто был, поставьте плюсик. Как она говорит, что я вообще не регистрирую без заказа. Хорошо, а мы можем с вами сделать такое мероприятие, как онлайн-подбор косметики по скайпу? Как вы думаете? Ну почему нет? Согласитесь, мы можем посмотреть с ним каталог и подобрать самое выгодное предложение. Просто поставьте такую задачу. Я думаю, что сегодня то, что я вам сообщу, однозначно вас простимулирует к тому, чтобы это было более выгодно. Так. Ага, Лена, ты тут у меня, да, Лена? Так, итак. Первый каталог имеет свои особенности. Наша задача не смотреть на средний балл, а смотреть на активность, чтобы все люди нашей структуры воспользовались предложениями, сделали заказы, получили шикарный второй каталог. И фокус на рекрутинге, основной акцент на рекрутинге и на активности, на приглашении и поддержании активности. Не бросаем своих новичков и тех, кто уже есть, напоминаем им об акции. Каталог действует 4 недели с учетом того, что запас есть времени на раскачку. Все результаты нашей работы активные будут видны во втором каталоге. И также все, наверное, за эти 10 дней праздников позволили себе расслабиться. Кто так сделал? Есть побольше всего. Набрал несколько лишних килограмм. У кого это актуально? Поставьте плюсик в чате. Ага, есть такие. Супер. Ага. Готовы с этим работать? Кто не хочет больше такую... фигуру. Итак, мы запускаем с этой пятницы, конкретно сейчас скажу, какое число. Пятница, 17 число, сообщество здорового питания номер 2. Первые участники сообщества, они будут продолжать. Просто помимо этого мы запускаем второй набор сообщества здорового питания. Лен Силко, у тебя есть 2 минутки, если ты сможешь сейчас взять микрофон, я тебе передам, нажми «Говорить» и прям пару слов скажи о том, что мы планируем делать на втором сообществе. Если получится все.
условия и вся программа в личку. Надо вам будет заполнить заявку в сообщество здорового питания. Сейчас вам скину ссылочку на заявку. Лен, наверное, не получается взять пока микрофончик. Вот. То есть условия вам всем в личку дам, информацию о том, что же будет на сообществе здорового питания. Я хочу сказать, что это не диета, это не... Вот если есть здесь участники сообщества здорового питания номер один, напишите, пожалуйста, свои отзывы. Можете здесь, можете в общем чате написать. Это будет очень ценно. И вы научитесь действительно грамотно все это делать и легко. Без особых ущемлений себя. То есть это тоже очень важно, чтобы вы не мучились. Потому что пока вы сидите на диете, диета работает. А и пока вы с нее сходите, она перестает функционировать. Поэтому если вы хотите научиться грамотно каждый день питаться правильно, то присоединяйтесь, это очень здорово. Лена большой профессионал в этом деле, поэтому обратите внимание на все это. Лен, ну, у тебя будет возможность присоединиться в пятницу. Лен, ну, можешь написать в чате несколько слов о проекте, о наборе. И помимо этого у нас еще будут онлайн тренировки от Елены со скидкой для вас. И хочу добавить то, что это тоже очень удобный способ для тех людей, которые живут отдаленно, например, там, где нет фитнес-клуба. Я знаю, что вот Ирина Ширкина, у нее с этим вопросы были, да, где тренироваться, поэтому тоже очень здорово. Будет возможность присоединиться. Заявку я вам скинула, присоединяйтесь. И сейчас мне бы хотелось вам напомнить условия компании по приглашению, которая работает сейчас. Напишите, пожалуйста, что вы планировали по итогам этой компании получить в подарок. Нас к успеху. Быть чемпионом значит побеждать изо дня в день. Хорошее настроение с самого утра задает ритм победы. Уверенность в себе и отличный внешний вид – главные компоненты успеха. Стать чемпионом значит стать лучшим. Маленькие победы сегодня дают силу исполнить большую мечту завтра. Oriflame представляет компанию по приглашению «День чемпиона». Приходите в Oriflame с 29 декабря по 8 февраля и получайте подарки. Приглашайте друзей, собирайте подарки и начинайте каждый свой день с победы. Алло, алло, всем привет, как слышно меня? Если слышно, поставьте. О, супер, отлично. Для тех, кто решил начать новую жизнь, предлагаю присоединиться к нашей группе правильного питания и лечебной гимнастики. То есть, если, допустим, расскажу в двух словах. Если, допустим, у вас есть дискомфорт в спине, ну, допустим, у кого шеи, грудной отдел, поясница, не видно, ну ладно, неважно. Без камеры обойдемся. Ну, главное, что слышно.
Если у вас есть дискомфорт, допустим, в пояснице, грудной, шейный отдел, это легко решается. Это просто слабый мышечный корсет, и нужно просто грамотно укрепить мышечный корсет. Чем вот, допустим, я и занимаюсь на занятиях, на вебинарах рассказываю по правильному питанию какие-то моменты. Есть свои секреты, потому что сама я сбросила 20 килограмм, причем это просто... Я знаю... Как каждый, вот каждую мелочь, каждый нюанс, как лучше, спокойнее, без стрессов, грамотно для организма, полезно снизить лишний вес у кого есть. Если кто-то хочет просто наладить правильное питание, то есть любые цели, любые желания, мы все будем делать грамотно, без стрессов, и вам самое главное, что вам будет комфортно, и вы будете себя чувствовать лучше, и вам будет легче работать, легче двигаться. Зеленый экран, да ничего страшного. Не пойму, почему камера у меня не подключается. То есть те, кто решили все-таки изменить свою жизнь и чувствуют себя комфортнее, бодрее, у тех, у кого дети, будет легче детей на руках носить, потому что дети – это достаточно серьезная нагрузка на позвоночник. Получается, что у большинства есть дискомфорт в спине. Так что приглашаю всех присоединиться к нашей группе. Потому что есть уже, вы можете посмотреть в чате, есть результаты. Вот Екатерина Пилюдина, она в восторге довольна. И у нее спина перестала болеть после небольшого количества тренировок. То есть результаты есть у людей, которые регулярно тренировались и делали то, что нужно было. Если вот есть желание, да, подтянуть мышцы, бедра, ягодицы, пресс, это все делается в короткий срок. Нужно только ваше желание и профессионал. Так как я считаю себя профессионалом, я много лет работала в элитных фитнес-клубах, сейчас также решила заняться бизнесом на себя, и поэтому я работаю сейчас по скайпу. Если кто-то набрать вес не может, тоже также это решаемая ситуация. Есть моменты, нюансы правильного питания, как лучше питаться, грамотнее. То есть все это мы будем обговаривать на наших семинарах. Так что приглашаю, если у кого есть желание изменить свою жизнь, чувствовать себя комфортно, потому что если вы сейчас не будете следить за своим здоровьем, с возрастом будет становиться только хуже, потому что мышечный корсет слабеет, его нужно поддерживать. Так что все в ваших руках, приглашаю. Спасибо, Лена, большое. Кто захочет заполнить заявки, скину заявку еще в чат, и вы сможете начать движение в этом направлении. Итак, я обещала прям короткую встречу, мы быстренько сейчас заканчиваем. А что не сможешь так? Катя, что ты не сможешь? Ничего сложного нету. Итак, у нас беспрецедентный конкурс. От золотых директоров. Будь в тройке лучших рекрутеров по итогам акции по приглашению с 13.01 по 8.02. Опечаталась я здесь. Кать, там ничего сложного нет, может каждый абсолютно. Никаких диет, просто придерживаться питания. Давайте уже мы про питание отдельно, потом в чате его обсуждаем. Я рассказываю вам сейчас акцию, которую мы будем... Мы запускаем в нашей команде. Будь в тройке лучших рекрутеров по итогам кампании по приглашению с 13 сегодняшнего дня по 8 февраля. Приглашай новичков с заказом от 500 рублей. Участвуют только новички с заказом от 500 рублей. Считаем мы их. И получай денежные вознаграждения в подарок. На карточку, куда хотите, хотите на счет Oriflame. Рейтинг вот я вам скинула для приглашения. Вы будете получать прям вознаграждение деньгами. Если будет два первых места, будет каждый получать. Сколько вам интересно, да? Значит, смотрите, с сегодняшнего дня... Считаем обязательное условие заполнять рейтинг, следить за ним самостоятельно. Далее, обязательно, чтобы это были новички с заказом от 500 рублей. Если под себя не регистрируете, ничего страшного.
Единственное, что это двойной зачет. То есть, если вы зарегистрировали новичку, он себе этого новичка не считает. Давайте быть честным, мы будем рейтинги проверять. Очень жестко. Даже если вы отдали новичка, это считается ваш новичок. Вы его записываете себе. Это понятно? То есть мы будем считать личный зачет. И вы получаете денежное вознаграждение на карту переводом. Либо получаете их наличкой, либо, если вы на нашем городе живете, либо на счет Oriflame, либо можете на эту сумму выбрать продукт из Oriflame, мы вам отправим на заказ это включим. Сколько? За третье место. Небольшая сумма, это 300 рублей. Но если будет несколько мест третьих, мы всем, собственно говоря. Причем у каждого директора свой рейтинг будет, поэтому смотрите, очень интересно принять участие в этой акции. Считаем, 8 февраля подводим итог. Второе место, 500 рублей вознаграждение, деньгами на карточку, прям наличкой. Вы можете потратить на все, что захотите. Может быть, вы себе поставите цель там, купить там что-то, что захотите. И еще представляете, насколько вырастет ваша команда. Какой стимул будет каждый день соревноваться. Ой, у Маши уже 5 новичков, у меня 7. Давайте быстрее. Прям вот супер, мне кажется. Я прям очень люблю соревнования. И первое место, если вы будете лидером, когда вы станете лидером по приглашению, вы получите 1000 рублей. Посмотрите, может быть, вы захотите себе что-то купить на эти деньги. Ну, комплект белья, например, добавить, да, какую-то сумму. Себе обязательно поставьте цели на себя, на любимую потратить. Потому что я, например, не понимаю, когда на день рождения дарят там какие-то такие подарки, которые для семьи. Ну, например, там, с чем пример привести? Та же мультиварка, да, там. Это все-таки подарок для семьи, а вам надо личный. Для себя любимые. Обязательно потратьте себе, на себя любимую. На то, что вы хотите себе. Мультиварку муж купит. Это его территория. А здесь надо именно для себя любимые. Может быть, вы захотите в сообщество здорового питания, если это тренировок, да, оплатить этими деньгами. Без проблем. Но обязательно это должна быть себе благодарность за хорошую работу. Только когда вы благодарите себя лично, появляется энергия для работы. Я раньше этого не понимала. Я помню, когда я получила премию $2000, мы часть денег вложили в машину, и у меня такое было небольшое расстройство, вроде работала, хотела что-то для себя, но все-таки кольцо любимое с бриллиантом приобрела себе. Итак, как вам новости? Пора ли поделиться ими с теми людьми, которые еще... Потрясающе! С сегодняшнего дня мы стартуем. Будьте первыми, будьте лучшими. А еще какое объявление? У нас, мы ждем сейчас международный отчет, поэтому у нас... международный отчет будет готов со дня на день. Мы вам дополнительно объявим, когда у нас будет итоговое мероприятие. Ну что, я вам желаю стать победителем акции. Я уверена, что здесь лидеры, здесь такие, которые особенные, которые самые лучшие и обязательно заберут все подарки, все вознаграждения. Я надеюсь, что первое место у нас будет не одно. Денег нам не жалко. А главное, чтобы у вас были потрясающие результаты. Итак. До встречи на наших последующих мероприятиях. Рейтинг уже доступен, я сейчас скину все ссылки в чате.
дополнительное объявление еще вам, ну, как бы дополнительную информацию еще скину. Если вопросы какие-то есть или пожелания, пишите. С удовольствием на них отвечу. Побежали регистрировать. Конечно. И еще, девочки, мальчики, обращаю ваше внимание. Планерки проводятся для вас. Они очень нужны для того, чтобы понять. Это правило такое есть, да, посещение планерок. Я когда проводила сегодня планерку, я удивилась, что было всего 5 человек. Каждое утро в 10 утра мы ждем вас на планерку. Спикеры готовятся и готовят информацию о последних акциях именно для вас. Поэтому мы будем очень рады вас видеть на планерке. И чтобы вы были впереди и примером для своей команды. Надеюсь, что завтра на планерке нас будет. Без планерок, как амебы, на выходные были. Да, для работы очень важны. Совершенно верно, Катя, говоришь. Ну что, всех люблю, всех целую. Я желаю вам стать победителями. И вперед!